Да, здравствуй. Меня зовут Дмитрий Данилович, мне 14 лет, я ученик 8 класса. Увлекаюсь просмотрами видео по интернету, по ТВ и принимаю участие в различных скайп-играх. Да, спасибо. Всем привет. Меня зовут Иван Никишин, мне 12 лет. Я из Дзержинска. Свободное от учебы время. Люблю пилить свои проекты и летсплеи на YouTube. Понял. Давай.
Ага. Это в сухую. Спасибо. Да, ты же мака помог. Это интересно. Мне кажется. Да. Пойду искать друга. Вы забыли, дорогой друг, о деньгах. О чем? О деньгах, дорогой друг, о деньгах. О каких, дорогой друг, деньгах? Я, как бы сказать, впервые слышу такое слово. Я помню этот мультфильм «Незнайка на Луне». Это был мой любимый мультик детства, помню его.
24 ноября 2002 года. КХСМ. Вообще-то кинофестиваль в Венеции был проведен в 32 году, на самом деле. А это вопрос с миллионером вообще-то. Да. Да, это больше. Сейчас. Так, подожди, подожди. Нет. Я-то услышал. Три миллиона.
Я дам. Кстати, а так прикольно быть на темных, на сложных вопросах. Димыч, а ты что, ошибся? Да. А Мюнхен 72-й год. Восемнадцать. Победила дружба. Вот слушай, про CIMK, это, слушай, CIMK это у нас там желтый, манжета, циан и кобальт. Ну да. Итак. Так. Значит, делаем так. Да. Неограниченно. Так.
Есть ответ! Черт. Понимать, я остыл. Я проиграл. Он же не играет. Слушай, я могу тебе сейчас даже прислать слайд. Слушай, может давай-ка я озвучу участников второго раунда, а? О, Диман нормально получается. Чтоб ты не тянулся. Короче, без обид. Слушай, как тебе такое? Давай. Должно у меня получиться. Итак, Итак, во второй раунд игры «Самый умный» проходят. Андрей Ерёмин, Тула. Анвар Насрединов, Москва. Роман Сергеев, Екатеринбург. Иван Никишин, Дзержинск. Ну, дальше. А, стоп. Проходят. Андрей Ерёмин, Тула. Анвар Насрединов, Москва. Евгений Гридасов, Тамбов. Иван Никишин, Дзержинск. Владимир Шевяков, Мичуринск. И Дмитрий Данилович, Брест. Целая элита телевидения. И последний Дмитрий Данилович, Брест. Ну что ж. Во второй раунд игры «Самый умный» проходит 6 человек, а именно... Анвар Насрединов, Москва. Андрей Ерёмин, Тула. Евгений Гридасов, Тамбов. Следующий. Иван Никишин, Дзержинск. Владимир Шевяков, Мичуринск. И последний участник второго раунда, Дмитрий Данилович, Брест. Привет.